Колокола звонили день-деньской, Переяславлю радость возвещая. Родился новый на Руси герой, Катилось солнце по небу сияя. День майский, весело на улицах играл, 13-е было на Руси столетие. Князь счастлив был, народ торжествовал, Орды мечтая сбросить лихолетие. Единства не было между русичей и князей. Сражались храбро, но не побеждали. Теряли в битвах воинов, друзей, но воедино рать не собирали. В 4 года воины постриги. Был Александр дружиной посвящен. Ему коня вручили, меч и книги, что был не только смел, но и учен. 16 стал он Новгородом править. И горожанам был по нраву юный князь. Его за ум и доброту не уставали славить. И Русь воспряла духом, поднялась. Но швед ломиться начал прямо в двери, мечтая землю у соседа захватить. А русичи сдаваться не хотели, решили шведов хитростью побить. Далась победа малой русской кровью, увидела Нева большой триумф. Был назван Невским Александр с любовью, Русь ликовала, радостно вздохнув. Но вскоре новая беда с небес спустилась. Тевтонцы захватили город Псков. Русь Александру в ноги поклонилась, чтоб град освободил он от врагов. Потом побоище ледовое случилось, где крестоносцев много полегло. На озере Чудском победа вновь явилась. Под лед немало рыцарей ушло. Народ восславил своего героя за возрождение Отечества Святого. Как дипломат он вел дела с Ордою, Монахом подошел к концу пути земного. Через века царь Петр I орден Александра учредил, которым награждал за ратные победы. Князь Невский подвиги Руси благословил. И благодарны были воины ему за это. Народ хранит об Александре память, а церковь почитает как святого. В веках его не перестанут славить. Потомки возвеличат его снова. Нет ратным подвигам в Отечестве конца, пока любовью к Родине горят сердца.